Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру инопланетных червяков-жуков. Нам открыли новый апгрейд, мы можем сделать собирателей наших лучше. Ну давайте, в новой серии мы посмотрим. 13 уровень. Ну что ж, сразу мы пропускаем диалог. Да, типа 13 уровень, говорит, типа, будет тебе ничего хорошего. Так, ну да, он улучшается, видишь, да-да-да. А что он дает? А больше нектара собирает. Офигеть. Вот как это называется, жидкость вот эта. Нектар. Да, ребята, они собирают все-таки нектар. Хорошо, пусть собирают. Пусть собирают, приносят нам нектар. Пока мы это делать не будем, увеличение... Апгрейд не будем делать этому нектару. Так, мы сейчас будем быстренько создаем вот такого монстрика, скорпиончика. И ждем времени. Все, и сразу мы его выпустим. 8 секунд осталось. Давай, 4, 3, 2, 1. Все, и сразу же создаем его. Все, поехали. И сразу второго. Два будет. Все, сразу еще кошемилку выпускаем, пускай делают, собирают. Ух ты, что такие за звуки? А, он сейчас стрелять начнет. Блин, давай быстрее, успеет, не успеет. Чуть-чуть осталось, давай. О, хорошо. Успели. Так, он выпускает вот этих гадов. Сейчас мы сразу, может быть, сделаем улучшение. Вот так, хорошо. И будем выпускать... Не хватает нектара. Давай быстрее нектар. Все. Хорошо. И сейчас мы еще делаем, выпускаем побольше вот этих ребят. Так, у нас эти... Все, эти у нас улучшились. Хорошо. Еще нужно, еще скорпионов. Эти летят уже, смотри, гады. Ничего, успеем. Сейчас нам нужно развить... не хватает. Вот, все. Делаем наших... медуз. Апгрейд у нас 50 стоит, да? Ждем. Пока нет столько у нас. Так, сразу давай медузу. Вот этого сразу. Стреляем сразу. Все, они отбегают. Еще парочку медуз. Нет, конечно, они моих медуз будут уничтожать. Что смеяться-то? Давайте быстрее, ребята, кошемилочки. Собирайте. Так, это улучшаем сразу. И делаем еще одного собирателя нектара. Стреляем быстрее. Вот так, хорошо. Еще. И пошли наши скорпионы. Вот, они этого повернули назад. Быстренько. Давай еще одного скорпиона. Все, сейчас он повернет. Вот, молодец. Давай, стреляем. Сейчас, не знаю, получится что-то. Так, что там она, значит, говорит? Ох, нифига, что это за фигня? О, ё-моё, вообще жесть. Жесть какая-то. Происходит жесть. Он улучшился конкретно. Так, сразу делаем сюда. Да, улучшение мощное. Мощное улучшение. Сейчас мы выстрелим сюда. Вот, давай. Опа, все, пошли нафиг. Офигеть, смотри, что творится, а. Давай мощную медузу. Да, не знаю, ребята, смотри. Офигеть просто, что происходит. Они медузу мою зафигачили вообще. Как нефиг делать просто. Просто как нефиг делать.
Все, выпускаем побольше скорпионов. Вот они, видишь, отошли немножечко дальше. Сейчас это будет поворачивать его, смотри. Нет, не успела. Хорошо. О, еще какие-то монстрики. Все, давайте бегом. Давай собирателей сейчас увеличим. Еще одного собирателя. Скорпиона, срочно скорпиончика сюда. Вот, сейчас, подожди. Скорпиончики мои дойдут. Нафиг, я сейчас, наверное, атомную бомбу использую. Вот, хорошо. Пришлось так сделать, ребята, ну потому что вообще по-другому никак. Давай, скорпиончики сюда. Этот у меня не доходит, нейротоксин. Все, побольше скорпионов. Давай еще одну такую кашемелочку сделаем одну. Нектар собирайте быстрей. Так, стреляем быстрей. Есть. Отвернулись назад, хотя бы ненадолго. О, это тоже, смотри, медуз выпустил своих мощных. Офигеть просто. Что творят, а? Сразу стреляем. Да, сколько медуз же он выпустил, а? Надо убить медуз выпускать тоже сейчас. Либо, может, мы скорпионами его догасим, не знаю. Скорпионы. Ну, если видишь, много скорпионов будет, то, может быть... Вот так, хорошо. Потихонечку. Понемножку. Давай, нейротоксин. Частично хотя бы. Главное, чтобы они его не повернули. Они его повернули. Все. Это плохо. Что тут еще можем сделать? Нет, 75 ждем. Ждем до 75. Опа. Все, выпускаем вот эту штуку. Смотри. Нет, мы слишком рано, наверное, эту бомбочку использовали, да? Слишком рано. Все, они меня сейчас загасят нафиг. Они меня сейчас загасят. Да, жизнь уходит. Жизнь уходит у моей королевки. Давай их оттуда куда-нибудь подальше. Да, нет, мы не пройдем мы этот уровень, наверное, скорее всего. Все, у меня заканчивается энергия. Ой, нифига он там их выпустил. Да, делаем рестарт. Попробуем еще раз. Да, 13 уровень. Сложный уровень, конечно, очень сложный. Ох, ноу, 13. Ладно, все, давай, сейчас начнем. Сейчас попробуем. Выпускаем вот этих кашемилочек. Пускай собирают нектар. Хорошо, ждем. Создаем вот этого скорпиончика, создаем и ждем. Сколько, 8 секунд осталось? То 20 секунд, в принципе, мы успеем. Все, выпускаем быстренько скорпиона. Все, за 10 секунд он дойдет или нет? Сейчас посмотрим. Не дойдет он за 10 секунд. Ну, хотя бы за сколько секунд дойдет, хотя бы за столько дойдет. Все, и сейчас он начнет стрелять. Сейчас мы его быстренько повернем. Все, повернули. Этот уже медуз своих давай выпускать. Сразу улучшаем. Нет, пока нет у нас улучшения. Все, улучшаем. И надо будет, короче, не медуз создавать, а их уничтожающих вот этих ракеты. Будем ракеты создавать.
По-другому, потому что никак. Все, а здесь мы постоянно мы должны выпускать наших скорпионов. Постоянно. Сейчас. Что у нас? Нет, 75 надо, не хватает. Да, если эти кашемилки бы еще собирали быстро. Все, мы сейчас нахрапом возьмем. Не знаю, получится или нет нахрапом взять. По скорости. Вот, пчела ее мочит. Хотя бы по чуть-чуть. Сколько у нас там выходит? Мало, 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 ребят, мало, не успеваем. Уже полжизни у него. Что-то он задумал, смотри, что-то он задумал. Что-то он будет сейчас делать, не знаю что. А, все, он этих выпустил своих. Мощных. Это мощные, мощные. Так, сразу сейчас быстренько нейротоксином. Повернули все-таки, не успела я, не успел. Все, ладно, идем уже как есть. А как он так, как они, они еще что, размножаются, что ли, вот эти вот личинки? Что-то я не понял. Да, блин, половину мы сделали. Давайте, скорпиончики, пожалуйста. Нет, не хватает. 75, ждем. Ждем 75. Что у нас здесь происходит? О, нормально. В принципе, так нахрапом мы будем брать. Конечно, мы не успеваем. Мы не успеваем делать, потому что не хватает энергии. Но ракеты нам нужны. А ракеты стоят 70. Так, вот, смотри, 60. Вот, есть 70. Все, делаем. Делаем срочно. И выпускаем сразу же скорпиона. Еще один, одного скорпиончика. Что у нас здесь происходит? Все, ждем. Так, сразу нейротоксин кидаем. Еще скорпиону. Еще одного. Да, ё-моё, смотри, не получается. Во, давай вот этого взрывателя. Сейчас будем взрыватели делать. По-другому никак. Вот, ракета пошла. Давай, давай. Вот, молодец, ракета. Давай, может, ракета мне поможет. Что у него тут интересное происходит? Она сделала уже кашемилем апгрейд. Сейчас ракетка еще одна прилетит, подожди. Давай сразу нейротоксин сейчас сбросим. Во! Отлично, отлично. Хорошо. Все, давай, давай, давай побольше. Давай, скорпиончики. Так, ракетка у меня сейчас уже... вылетела, в принципе. О, есть. Хорошо, хорошо. Давайте, скорпиончики. Что у нас здесь происходит? Нормально все? Все, давай сейчас я еще одного взрывателя отправлю им. Скорпиончика. Не знаю, не знаю. Скорпионов они мощно мочат. Так, камикадзу еще одного. А может кашемилок улучшить, нет? Опа, нейротоксинчик получите, пожалуйста, в подарочек вам. Все. Нет, у меня не хватает, короче. О, нифига, сколько, смотри, они этих выпустили. Дофига. Ёлки-моталки. Сколько много их, а, вот этих гадов.
Смотри, летят, а. Сейчас мы используем, короче, вот эту ядерную бомбочку. Есть. Пришлось использовать первую мою ядерную бомбу. Сразу сейчас назад их, ребята, назад идите. Сколько там немножечко осталось, да? Все, и побольше сейчас выпускаем скорпионов. Да, вот эти вот стрелки, а? Как вас победить-то, а? Так, нейротоксин. Быстрее нейротоксин. О, давай, готов. Стреляем. Все, поехали, скорпионы. Что у него там по жизни? О, ну жизнь, в принципе, смотри, у него уменьшается. Все, давай еще следующего скорпиона. Ё-моё, что он там говорит? Все, нейротоксин, бегом. Бегом, нейротоксин. Скорпионы, давайте, ребята. Осталось-то чуть-чуть совсем. Сейчас еще, сейчас нейротоксин у меня пойдет. 15, 15, ребята. О, поехал нейротоксин. Есть. И нужно нам этих сумасшедших ребят. Камикадзе выпускать. Сколько он стоит, этот камикадзе? Ждем. Есть. Выпускаем. Сейчас камикадзе. Все отлично. Да, он еще троих выпустил. Да ну нафиг. Давай, жуков. Это вообще какие-то жуки-монстры. Так, сейчас стрельнем нейротоксином. Они ползут, смотри, все больше и больше. Смотри, сколько наползло их. А у нее-то вон жизни совсем чуть-чуть мне не хватило, а? Да, выглядит не очень хорошо. Не очень хорошо. Да, все, уничтожили. Да, не знаю я. Он выпускает много. Много каких монстров выпускает. Короче, не успеваем. Не хватает нам нектара. А у него-то эволюция намного лучше. Он новых выпускает тварей своих. Ну, не получается у нас. Сложная серия. Что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Всем пока-пока.